Утренний врачебный рапорт, посвященный Дню медицинского работника в Центральной клинической медико-санитарной части, начался с поздравлений Валерия Константиновича Посяда с 80-летием. Продолжит Юлия Никифорова. Валерий Константинович поблагодарил своих коллег за совместную работу во благо здоровья пациентов. Я благодарю и администрацию больницы за то, что она дала возможность мне поработать до этих лет хорошо и активно. На торжественном рапорте в честь профессионального праздника Дня медицинского работника врачей, медсестер, сотрудников больницы награждали почетными грамотами разных уровней. Медицинский работник сегодня – самый востребованный специалист на российском рынке труда и одновременно человек, который больше всех проводит времени на рабочем месте. Причина – нехватка кадров во всех без исключения медицинских учреждениях. Согласно статистике медико-санитарной части, в течение месяца доктора и медицинские сестры стационара больницы дежурят по 6, 8, а то и 14 раз. Посчитайте сами, это рабочий день плюс ночное дежурство подряд. Таковы реалии сегодняшнего дня. У нас в медсанчасти работает 243 врача. Официальная цифра на 1 января. Но это, конечно, катастрофически мало. Мы бы хотели, чтобы эта цифра была в 2-3 раза больше. Соответственно, мы увеличили бы количество пациентов, которые получают помощь. Но, к сожалению, таковы реалии сегодняшней жизни. Загружены наши врачи по полной программе. То есть у нас стационар в год обслуживает до 20-22 тысяч в некоторые годы пациентов. Нам нужны врачи. Нужны врачи, тогда ситуация улучшится. При этом жители города Магнитогорска, когда в их жизни случаются проблемы со здоровьем, хотят лечиться именно здесь, в больнице на набережной. Центральная клиническая медико-санитарная часть – одно из ведущих медицинских учреждений города, Челябинской области, региона. В честь праздника коллектив больницы принимал поздравления от руководства медицинского учреждения и почетных гостей. Особые слова благодарности вашим ветеранам, потому что это ведь они стояли у истоков тех технологий, которые вы используете сегодня в больнице. Именно вы являетесь тем самым главным богатством, главным капиталом медико-санитарной части. Именно благодаря вашему таланту, вашим знаниям и умениям наша медико-санитарная часть занимает высокое место среди медицинских организаций города. Мы гордимся вами. Здоровья вам, счастья и дай Бог вам терпения и добра. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.